Друзья, всем привет! Вот хочу сделать варенье из лимонов. Намыли лимоны, обдали их кипяточком. Вот я думаю, может быть, мне 6 лимончиков туда запустить. Буду я делать это в блендере. Вот такой вот у меня блендер. Вот он, Bosch. Кстати, хороший такой. И думаю использовать один пакет сахара, то есть там 1 килограмм. Вот. Оставлю 1 лимончик и 6 будет у нас варенье. Ну, в общем, по ходу я подумаю еще. Может быть, и все туда закину. Такие красивые лимончики. Сейчас мы их нарежем помельче, потому что дырочка-то в блендере такая вот маленькая. Блендер у меня включается вот там внизу, мне Андрюшка придумал. Там же у нас стоит микроволновка. Все это у нас закрывается, прячется. Включаются у нас там же огоньки. Такая красота. Стоим вечером с Ксюшей, готовим. Красотища у нас. Отражается все у нас тут. Кто тут у нас? Мышонок. Все, вот так вот, вот мы нарезали лимончики. Вот если хотите, можно убирать косточки. Такие дольки. Вот Ксенька у меня все сама делает. Ксения захотела оставить 1 лимончик. Не знаю, зачем она его захотела Как всегда, нам помогает лопаточка от Икеи. Просто обалденная. В общем, вот получилась у нас такая вот масса. Мы не стали сильно прям перекручивать. Оставили такие, видите, маленькие кусочки. Сильно в кашу не стали ее делать, такое пюре. Вот, решили оставить вот так вот. Вот. Сейчас мы это все засыпем килограммом сахара и будем хорошенечко перемешивать. Вот Ксюшенька аккуратненько все засыпает. Кому-то, конечно, сахар вредный. Но мы вот это вот варенье любим всей семьей. Можно, конечно, его делать с медом. Лимон с медом. Он, кстати, грецкий орех. Можно сделать тоже витаминную смесь. Грецкий орех, лимон. Можно добавить еще туда апельсин. Но мы делаем вот просто с лимоном. Ну что, все, что ли? Как будто так много, да, у нас? Ну, сейчас Ксения все это перемешает, побалуется немножко, тут она пол мешка рассыпет.
Чего делает ребенок? 15 лет ребенка, а? Сейчас пока сахар не улетит. Все. Тазик сахара. Кто-нибудь видел гигантский тазик сахара? Вредности. Вот Ксюша мешает. Она сегодня, кстати, нас накормила вот такими сосисками в тесте. Тут еще два круассанчика осталось. Сейчас мы, кажется, попьем чаек с вареньцем и с сосисками в тесте. С круассанами? Вот так вот Ксюша мешает. Вот он уже меняет цвет. Вот это вареньце. Оно немножечко у нас постоит. Мы его разольем по баночкам. И поставим в холодильничек. Но думаю я, что оно у нас долго не простоит. Быстренько мы его всегда съедаем. Особенно у нас это варенье любит наш дедушка. Он нам всегда его сам делал. Так вот, помнишь, папа? Мы делаем варенье. Уже внучка твоя делает. Чего ты? Вырубай камеру. Мешай, дочь, мешай. Куда? Из общей. Палится, ну, ребенок палится. Что-то там смотрит. Какие-то салаты. Блогера YouTube какого-то смотрит. Скоро, Ксюш, каникулы у тебя кончатся. Сейчас будет праздник 4 числа, 5 в школу. Хочется тебе школу? Школу хочется или хочется дистанционное обучение? Немножко того, немножко того. Но я думаю, что ты не обидишься, если будет дистанционное. Да немножко. Уже привыкли? Ты же летом хотела, вы все вместе хотели дистанционное. Ну, хотели, чтобы экзамены не сдавать. Вон это чё. Скажи, тому году повезло, да? Хотя мы не знаем, как там. Повезло, нет? Ну и у нас будет все отлично. Всё, делаем варенье. Смотрите, уже меняет цвет. То оно было такое беленькое, но оно, видишь, уже другого цвета. Так пену размешали. Пену размешали. Ну вот увидишь потом. Потом оно будет другого цвета. Ну потом, а сейчас пену. Ну как скажешь. Раскладываем варенье по баночкам. Получилось две баночки полных лимонного варенья. Тут, видите, немножечко не хватило. Но мы уже съели вот такую целую вазочку втроем. Вот все, что осталось. Да, Ксюш, понравилось тебе варенье? Вкусное? Не скажешь ни слова. Ксюш подстриглась, она такая симпатичная. Еще Ксюша сейчас подумала и сказала, что она, оказывается, не ела. Что ты не ела? Орешки. Кедровые орешки. Вот упущение у нас. Оказывается, мы не ели кедровые орешки. Не ела. Ксюша, надо это дело отметить. Поправить. Отметить? Ну, значит, будем отмечать. Грецкие орешки-то вот у нас есть. Но она их не очень любит. А кедровые орешки, она как... Говорит, не ела. Вообще ни разу. Вот надо
надо же, я даже вообще не помню, что ты не ела кедровые орешки. Бедный мой ребенок не ел кедровые орешки. Ну все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, делайте полезные, вкусные лимоновые вареницы. Всем пока-пока!